Привет! Сегодня будем тему с вами рассматривать. Близнецовые племена, лже-близнецы и так далее. Потому что многие просили посмотреть. Я еще хочу это с позиции карт поглядеть, потому что все эти признаки вы можете найти в интернете. Этого полно на самом деле, но... Вот есть клип у Рианы. Называется «We found love». Вот. Это пример кармических отношений. Вот это карма. Так, где? Да. Вот это карма. Просто посмотрите этот клип у Рианы. Вот это карма. Это не близнецовые племена. Знаете, я думаю, что лучше всего это наглядно, когда тебе показывают вот это вот так, вот это вот так. Потому что многие пишут, даже не сталкиваясь с этим, не знаю. Классная песня. Кармические партнеры, лже-близнецы. Также это люди, которые встречаются... Сейчас. Туда же относятся всякие девочки, просто у нас годами сидят в нарциссических, например, отношениях с нарциссом, да, и не одупляют, что это не близнецовое ваше пламя. Ваше близнецовое пламя не будет вас мучить, понимаете как? Вот, вам не будет мучительно, настолько больно и мучительно, насколько бывает в кармических отношениях. Вот она карма, пожалуйста. Кармические партнеры встречаются, вот я здесь нарисовала, это у нас спираль энергетическая человека. Вы встречаетесь на нижних чакрах, первая, вторая, третья чакра, где-то максимум. До четвертой там не доходит, до сердца. То есть все сводится к встречам, которые происходят в ночное время суток, вечером. И сексуальное притяжение. Бешеное сексуальное притяжение у кармических партнеров это прямо да. Там нету ощущения спокойствия, там всегда тревожность, там всегда бабочки в животе и состояние панических атак, потом вроде спокойствия, потом опять. Вам всегда будет тревожно в этих отношениях. Вы будете чувствовать себя потерянным. Это как 12-й аркан, старший повешенный, когда ты висишь в жертве в этих отношениях. Там потому что бешеная сексуальная привязка идет. И то есть никто вас специально не привязывает, еще раз. Никто вас на вас не делает там. Кто-то, может быть, и делает, но я сейчас вообще это не беру, колдовство и все такое. Я говорю, что это по дьяволу просто именно сексуальное притяжение бешеное. Вот, первая, вторая чакра. Здесь присутствуют зависимости у обоих партнеров, здесь низкие вибрации, здесь ругань, здесь скандалы, здесь как бурные примирения, так и бурные скандалы. И опять по кругу, закольцовка идет бесконечная. Бесконечная закольцовка. То есть вы не знаете, как вообще выплыть из этих отношений, потому что они в основном это долго, нудно и тревожно. Постоянно тревога. Вот задумайтесь, девочки, если у вас разрушается здоровье, мальчики тоже, если у вас поплыла психика, разрушается здоровье, может быть, вы не с теми встречаетесь, просто подумайте об этом. Вот. Как только вы выходите из этих отношений, вы вдруг начинаете нормально спать, у вас совершенно другое состояние, понимаете как? Ну, пусть играет пока. Совсем другое состояние от сознания, да? Здесь ощущение сомнений будет постоянно. А кто я для него? А кто он для меня? А для чего мы? И вот это также, знаете как, притяжение есть между этими людьми, карма, кармические, да? Да, возможно, узнавание, потому что они из прошлых жизней тоже встречались, но вам не будет спокойно
в этих отношениях, вам не будет спокойно от слова совсем. То есть это бешеный адреналин и адреналиновая зависимость, кстати, от этого человека тоже. Зависимость от секса тоже туда же идет. Вот. Вы не сможете с этим человеком, например, спокойно просто молчать. Молчать и понимать, что так хорошо, что, ну, просто, я не знаю, это просто молчать, в тишине сидеть и в этом присутствии друг друга познавать еще глубже. Здесь этого нет, здесь бешеные страсти, мордасти, когда... Здесь, кстати, и абьюз тоже туда же. Это карма, это все кармические ваши партнеры. Короче, они на низких вибрациях. Так, я так по коротенечко так расскажу, потому что если вы хотите, вы это можете найти. Еще куча всяких там специалистов посмотреть. Вот. Но я вам могу сказать так, человек, который не встречал свое близнецовое пламя, никогда не поймет этого, что это такое на самом деле. Вот. Это как раз-таки отношения, например, ваших родителей в основной своей массе. То есть посмотрите, как ваши родители относились друг к другу, да? И увидьте этот сценарий. Это карма. Вот. Тяжелые отработочки прям. Вы не будете чувствовать себя в этих отношениях, знаете как, не просто спокойно, там, хорошо, а вот благостно, когда все встало на свои места. Здесь не включаются ваши высшие центры. Здесь в основном кто-то, один из партнеров, начинает свое движение в духовный рост, и, как правило, они выходят потом из этих отношений. Там, сколько бы ни было браков, в смысле по продолжительности брак, там дети, это не важно, человек просто не сможет, он духовно, который начинает идти по своей духовности, он не сможет быть в этих кармических отношениях, потому что он отработал свою карму с этим человеком. Вот, я не скажу, что это прям плохо, но на каждом этапе нам встречаются именно вот на начальном этапе встречается кармический. С кармическим страсть именно, понимаете? Страсть, и не включается безусловная любовь, там ее нет. Там именно нижние центры работают. Первая, вторая чакра, то есть... Что еще здесь? Здесь тревожность, здесь сомнения, здесь качелеобразные отношения. Людям не хочется быть вместе на постоянном, как сказать, они, может, и хотят, могут и вместе начать жить там сразу, знаете, не тужить, но, как правило, это, опять же, горизонтальная поверхность, потом все, а поговорить, а просто посидеть друг с другом в, ну, в каком-то, в одном поле, знаете, такого нет. Короче, вот так. Не, давайте вот эту я включу, я не могу уже слушать. Да. Вот, наслаждайтесь музыкой. Так, сказала, да? Расходы-сходы тоже. Они расходятся, они сходятся постоянно, на постоянной основе. Что еще? Не забыла ли я ничего? Не хочется проникать друг в друга глубже. Здесь есть состояние, знаете, того, что ты как будто отрабатываешь какой-то кармический урок. Как раз вот этот повешенный – это символ того, что ты в этом уроке находишься, и ты никак не можешь выйти. Это долго ты терпишь, что-то терпишь. Терпила, кто-то терпилой прям работает нормально так в этих отношениях, кто-то манипулятор в этих отношениях, друг друга манипулируют. Короче, по нижним мирам, ну, представьте себе вот этот весь коктейль по нижним мирам, все. Как еще объяснить? Ну, вы
это видите сплошь и рядом. Вот такие кармические отношения. С мордобитием, там, с... Не обязательно с мордобитием, ребят. Это не обязательно, что вам морду бьют, но ощущение того, что вас мордой об асфальт в этих отношениях, что вы сегодня проснулась, все хорошо, прошло 3 часа, вдруг он ни с того ни с сего может пропадать, там, не писать вам, не звонить, или там манипуляции какие-то свои оттачивать. Вот. Кстати, кармические отношения – это люди, когда вступают, иногда бывает, что у них адреналиновая зависимость друг от друга, гормональная зависимость, то есть это бешеное сексуальное притяжение, привязка, поэтому вы не можете годами из этого выйти. Вы даже там будете рубить эти привязки, там типа медитации, делать практики, нифига не работает это. Потому что вы не понимаете того, что это ваше тело. Понимаете, как соскочи с иглы. Ты сможешь соскочить с иглы вот прям вот раз, вот после героиновой зависимости, например. Вот это то же самое. Здесь потому что включаются сначала адреналин, кортизол, потому что тревожность, потому что с этим человеком ты на адреналине постоянно, у вас с надрывом отношения, вы выясняете эти отношения с надрывом, с какими-то там вот страсти-мордасти, там треугольники, там еще что-то, там какие-то вечно препятствия, причем, знаете, какие? Те препятствия, которые как будто сам партнер тебе подкидывает это. Там, например, у него не произошла сепарация с мамой, особенно у нарциссов, да, вот это происходит, и все. Считай, девочка попала прям конкретно, потому что в замес, потому что она конкурирует, получается, за его внимание с его матерью. Вот. Там это очень больная тема, я не хочу ее поднимать сегодня, нарциссическая вот эта вот тему, но, девочки, вот мне многие пишут, девчата, и я могу вам сказать с уверенностью 100%, что у вас, вы прошли все кармические отношения, вы узнаете себя, тут есть алкоголь, здесь нездоровый образ жизни, хорошо, здоровый образ жизни, но вы будете, знаете, как это, каждое воскресенье, например, они вместе находятся, они не могут больше каких-то часов, например, 2-3 часов находиться рядом, потому что это начинается какая-то свистопляска. Тут потому что только вот по сексуальному притяжению, да, поговорить, нет, нормально сосуществовать друг с другом, нет, потому что человек начинает вас обесценивать, например. Вот, такой сплошь и рядом. Ты пытаешься ему, как сказать, то есть подлаживаешься под него. Ну, он такой вот просто, вот у него характер, может, такой там все. Не надо ни под кого быть удобной. Девочки, мальчики, особенно девочек касается, не надо быть удобной. Будьте неудобными. Вот так. Это сразу, кстати, проверит на самом деле наличие любви. Так, болтология, да, болтология. Родственные души. Родственные души – это как друзья. Вот знаете, вот с этим человеком вам спокойно. Здесь уже включается сердечный центр. Вот. Но все равно, но отсутствует, например, сексуальное притяжение там. Они как друзья, прекрасно. Они могут 1000 лет вместе прожить, и это будут прекрасные отношения, теплые, дружеские. Ну, как вот, я не знаю, как это объяснить. Ну, как брат с сестрой, как вот друг и подруга, родственные души. Хорошо, спокойно, но пресно. Пресно, возможно, да. После кармических вот этих качелей, карусели, вот это может показаться тухлятиной просто полнейшей. Ты думаешь, боже мой. Ну, после, кстати, вот таких отношений, кармических партнеров, вы, нормальных людей, вообще долгое время будете воспринимать как что-то скучное, не, ну, такое, что вас не вдохновляет никак, не греет, и вы понимаете, что, ну, это не то. Вот. Родственные души – это дружба. Это крепкая дружба между, кстати, ну, супруги. То есть это могут быть люди, которые поженились там, да, и у них крепкая семья. Потому что здесь уважение друг к другу, здесь есть сердечный центр работает, то есть любовь есть, но она такая вот, ну, как сказать, без вот этих страстей, без
без тантрического, без вот этого космического, я бы сказала так, включения всех чакр. Вот. Родственные души, здесь уже повыше вибрации, то есть получается где-то третий, четвертый центр, пятый вот так включен. Третий, четвертый, пятый центр, то есть вот горловая чакра, вы можете с ним разговаривать, вам классно с ним болтать. Часами вы можете болтать с ним вместе, но вас не тянет друг к другу именно как мужчину к женщине и так далее. То есть у вас не включается вот это все прям. Вот. И, наконец, мы перешли к БПшечкам. БП – это фиолетовая метка. Это люди, которые встречаются, они встречаются на высоких частотах. Здесь уже от, начиная от четвертой чакры, здесь, знаете как, энергетически люди прокачанные встречаются. Так, где мои БПшечки? Вот они. Энергетически прокачанные, которые, вот они могут встретить свое близнецовое пламя, когда оба готовы к этой встрече. Это в основном случается после 30, после 40 лет. То есть это не юные совсем годы. Потому что юные годы – это вот карма опять. Это отработочка родительских сценариев и так далее. Здесь нет. Здесь вы сразу почувствуете, это мгновенное узнавание человека. Даже если ты его знаешь одну минуту, то есть ты встречаешься глазами, и ты готов просто утонуть в этом взгляде, потому что ты видишь в нем все. Вам не нужно даже разговаривать друг с другом, потому что вы считываете энергии друг друга. Здесь энергетическая включенность друг в друга сразу и мгновенно и по всем чакрам. Вас будет колбасить просто неимоверно. Но это здесь не так, как вот в кармических. Здесь высокий уровень вибрации уже и частот. Высокие частоты. Это люди, которые уже на духовном, ну как бы в духовный рост пошли в основном, да, и пришли. Через вот эту жесть они прошли. Ну, не в жесть, ну как бы отношения были такие, и вот такие. Вот в основном такие. Возможно, вот такие. Может быть, в юности вот такие были, да? Вот. А потом ты встречаешь БП и понимаешь, что все, что было до, это все было подготовкой и отшелушиванием. И отшелушиванием вашего эго от БП. Здесь, смотрите, чистка происходит. Сначала они встречаются, мгновенное узнавание друг друга. Это сразу включенность, это энергетическая целостность одного и второго. И у них, короче, все центры начинают работать вот по всем чакрам. Тут и бешеное, конечно, сексуальное притяжение. Здесь без этого нельзя никак. Это основа, понимаете, как, ну как это, фундамент. То есть, если нет этого, ну, смысл вообще, да? Вот, поэтому, да, это может быть на расстоянии, но, ребята, многие из вас, тот, кто с партнером на расстоянии, здесь включается такой механизм, сейчас я вам скажу, объясню, лже-близнецовые пламена. У них период зависания, стагнации, период, когда они разбегаются, сходятся, расходятся опять, сходятся. Очень долгое время может быть. 7 лет, 10 лет. Вы готовы это терпеть? Это кармические партнеры, это не близнецовые пламена. Близнецовые пламя, вот они встретились, у них произошла мгновенная активация всех центров, энергоцентров. Включение всех способностей, у вас сразу открывается третий глаз, я не знаю, вы чувствуете космос друг в друге, вы узнаете друг друга, и это, ну просто, знаете, по запаху, даже не по запаху, здесь по энергиям узнавания. Здесь мгновенное узнавание энергии. И человек, который, допустим, он тебя обнял первый раз, да, вы только встретились, там свидание у вас, допустим, даже без поцелуев тут, я говорю, просто там за руку взяли, все, у вас включение идет такое бешеное, что это узнавание энергии, потому что вы из-за одной монады, вот она, одна,
световая сфера, да, душа, которая разделена на двое. И вы как будто находите именно свою часть. Это ваша иная часть. Это как в зеркало ты на себя смотришь, и ты понимаешь, что этот человек на тебя похож. Это, кстати, близнецовые племена отличаются тем, что у них схожие этапы в жизни, схожие даты, схожие интересы. Все похоже, все, даже события в жизни очень похожи. Так, дальше поехали. То есть это мгновенное узнавание, и как в зеркало посмотрел. То есть вы даже, черты лица даже будут похожи, возможно. Но это не обязательно, тут другое, вы узнаете энергию. Что там еще? Там высокие вибрации, кстати, кристальная правда, это основной индикатор таких отношений. Это когда человек с другим человеком, у него нет потребности врать вообще, хоть по мелочам, хоть где-то там приукрасить себя. Ты при этой встрече, ты настоящий, ты такой, какой ты есть. Ты рассказываешь человеку все. Вы можете говорить, вы можете часами молчать, просто молчать, быть в поле друг друга, и вам хорошо. И это мистическая встреча на самом деле. Это когда ты можешь просто забраться на балкон, забраться на окно и в июле вызвать снег, например. Потому что у тебя включаются такие способности, в июле, блин, снег, включаются такие способности, что ты начинаешь закручивать эту энергию. Ты мгновенно видишь в этом человеке его нутро, его душу, узнаешь эту душу. И здесь, конечно, я сейчас просто не хочу. Здесь период, когда убегают друг от друга, ну, потому что это тоже нужен период, когда друг от друга потом, что это было, да ну нафиг, пацаны, это что-то не то, да, там мужчина пугается или женщина, ой, девочки, что-то меня, я попала, по-моему, да, все, вас разводит жизнь, чтобы вы по отдельности отшелушились, поняли вообще, кто вы друг для друга. Здесь сразу понятно, здесь вас не будут морозить неделями, месяцами и годами, морозиться, зависать вас, повесить в повешенного, ну виси, повиси-ка ты, вот у меня тут семья, например, а ты виси там дальше, жди меня, вот такого не будет. Здесь нет треугольников, если есть даже треугольник, тут сразу приходит решение, что, ну, ты говоришь тому партнеру, с кем ты жил, что я не могу больше так. Я просто выхожу из отношений. Все. Вот. И не говорите мне о том, что это невозможно. Это возможно. Просто вы не хотите этого делать. Вот. Так удобно. Жить так удобно. Все. Дальше. Давайте посмотрим на картах. На картах, по-моему, это будет гораздо интереснее. Давайте так сначала посмотрим. Я надеюсь, вы поняли. Я еще буду добавлять, если что там. Надеюсь, я ничего не пропустила. Давайте посмотрим, как это кармические отношения с точки зрения карт. Что вам скажут? Ну, это когда башка вот. Это чистить прошлое. Вот вы поэтому и чистите свое прошлое, делаете практики, медитации, там, уходите в духовный рост, потому что в прошлом был вот адово днище, да, когда мордой об асфальт, да, что-то познаете уже. Здесь, знаете как, все равно ощущение того, что я здесь вижу низкие вибрации все равно. Один человек из этой пары, кармических, еще раз, лже-близнецов, все равно просыпается, он понимает, что я не хочу себя сравнивать ни с кем. Я ценен для этой вселенной просто потому, что я родился, да? И здесь человек идет в свое духовное перерождение.
Здесь в основном трансформация идет, да. Но здесь компромиссы еще. Включаются, в общем, манипулятивные игры всякие и печаль. Печалька. Большая. Не печалька, ребят. Давайте так, серьезно, да, разговаривать. Печаль. От этих отношений у вас боль просто, душевная боль. Потому что, еще раз, если вы попали в лапы нарцисса, и он еще является вашим кармическим, да, это выбраться очень сложно. Это очень сложно выпутаться оттуда, выбраться. Потому что вы все эти признаки, вы будете думать, что когда он к вам приходит, там, спустя месяцы, годы даже, годы, как вы расстались, он приходит к вам, чтобы почесать свое эго об вас. Вы будете думать, он, наверное, он просто все осознал. Нет, ни хрена подобного. У него просто есть манипуляция. И манипуляция – это его жизнь. Все. В близнецовых племенах такого нет. Такого говна нет там. Там просто люди встречаются, узнают друг друга, понимая, что ты моя, а ты мой. Ну, все. Это блеск в глазах особый. Это никогда, знаете, только лишь по, ну, хочется уложить сразу человека там, ну, куда-то, да? Вот, на сеновал. Нет. У тебя включается такая магия. Причем магия, совпадения идут в обычной реальности. Я не знаю, может быть, я путано вам объясняю. Ну, например, близнецовые племена, это вчера мы Дюну разбирали, да, с вами. Это как раз Чани и Пол Атрейдес. Да, это близнецовые племена. Ну, какие еще? Давайте, близнецовые племена. Ромео и Джульетта нет, это кармические партнеры. Близнецовые. Кто еще у нас? Знаете, какое? Гордость и предубеждение. Джейн Остин. Что-то вот сейчас не могу вам привести в пример. Но я вот книжку просто недавно читала, «Валькирия». Там у нее как раз, ее зовут, как ее, забыла, как ее зовут, главную героиню, короче, Валькирия вот эта, и воевода, то есть вот, тоже близнецовые племена. Это тот самый. Но она, правда, его узнает потом, после череды событий, там, цепи событий, когда они переживают все это. Мудрая женщина. В основном, вот смотрите, еще раз, кармические отношения – это когда мудрая женщина встречается вот с хищником. Она может быть молодая, но она мудрая уже душа, понимаете? Когда вы многие воплощения уже воплощались, да. Близнецовые пламена – это всегда защитник, и это всегда возлюбленный истинный. Здесь про любовь, здесь безусловная любовь включается. Будут весной сейчас активироваться все ваши лжеблизнецы. Бывшие, кармические, всякие, новые мужчины будут заходить. Еще раз, близнецовое пламя вы не спутаете ни с кем. Если вы его не встречали еще, а в основном многие еще не встретили свою БПшечку, ну, я не смогу вам объяснить. И вам многие там объясняют так, что путано. Здесь, знаете как? Ты встречаешь свое близнецовое пламя, понимаешь, что тебе больше не надо курить, пить, потому что полностью уходят какие-то зависимости, какие-то нездоровые привычки, какие-то даже эти, господи, я не знаю, люди, окститесь уже. Кто-то вообще курит там. Моя бабушка курит трубку, да? Курят, чего только не это, растение силы, боже мой, нет, вот это все обнуляется. Потому что ты понимаешь, что вот это был все опыт.
опыт прошлого воплощения. Так, Юля, остановись уже. Давай на картах. Давай на картах. Расскажем. Давай, давай. Еще раз, кармические. Что такое карма? Кармическая встреча. И что такое близнецовая? Сейчас на картах попробую вам объяснить. Давайте. Это всегда жесть, поэтому берем самую жесткую колоду, которая может быть. Вы всегда будете знать с кармическим партнером, что есть что-то большее, что там где-то есть ваш человек, вы будете стремиться туда, и вы будете искать кого-то еще. У вас не остановится поиск. Да, тут третье лицо будет обязательно. Если же это близнецовое пламя, здесь поиск останавливается полностью. Ты понимаешь, что это твой человек. Для этого воплощения это просто, я не знаю, подарок. Подарок для Вселенной, когда люди эти встречаются. Вот встречаются, влюбляются друг в друга, там любовь просто неимоверная друг к другу. Потом их разводит судьба. Они трансформируются оба по одному, но у них нету манипуляций, еще раз запомните, у них нету манипуляций друг к другу, у них тотальная правда и честность. Потом они встречаются и уже никогда не расходятся. Либо они друг другу говорят, я не могу бросить там семью свою, ну, например, там, да, вот, и здесь тотальная правда, здесь не будет никто вас морозить, девчата, которые пишут мне, что я с ним переписываюсь уже 2 года, вот, но я не видела его лица, и у нас даже не было никакого контакта. Девочки, это не то пальто, это не близнецовое ваше пламя, запомните, близнецовое пламя будет стремиться магнетично к вам сразу, вот. Мужчины, пожалуйста, не путайте. У вас просто девушка понравилась, красивая девчонка, там, да, встретили, да, женщина, нравится вам. Ну, конечно, энергетически, особенно если она на высоких вибрациях, ну, конечно, она вкусно пахнет, она вкусная, даже у нее энергетика вкусная, вот что. И, конечно, захочется в поле такой женщины побыть, но вы не являетесь ее близнецовым пламенем. Тут, понимаете, мгновенное включение, и это взаимность. Это взаимность всегда. Это не бывает. В кармических отношениях нет. В кармических отношениях кто-то любит, а кто-то позволяет. Либо, знаете как, даже не позволяет, нет, не так. Кто-то пользуется тем, что человек любит. Здесь жертвы просто буйным цветом цветет. Жертва, стремление подладиться под характер человека, там что-то там из себя, я не знаю, каким образом там. Нет, нет. Здесь, кстати, абьюз. Еще скажу так, нарциссы всегда абьюзеры. Абьюзер не всегда нарцисс. Вот эту фразу тоже запомните. Я должна была вам это сказать просто. Итак, ваши бывшие кармические. Давайте объясню, что это такое, да? Это ваш бывший партнер. В основном это бывший. Холодная личность. Холодный он с вами. Он не раскрывает своего сердца. Ну, да, поначалу вроде по-легкому встретились. Ну вот, все равно здесь происходит смерть. То есть эти отношения заканчиваются рано или поздно. Еще и трансформация идет, но вы будете ощущать всегда, что вы одна. В этих отношениях вы будете чувствовать, что вы одна, что вас никто не поддерживает, что вы в одиночестве, что ты, например, вот сильно болеешь, да? Это, кстати, тоже показатель того, как к вам относится человек, и БП это или не БП. Кармический ваш партнер, он не будет участвовать в вашей жизни так, чтобы, ну, как сказать, он не будет за вас так включаться, переживать, что-то делать. Ну, стонешь ты там, да, плохо тебе. Ну и ладно, да, вот.
А вы на него пошли, девочки. Вам показалось, что это император там, что это свет, что это дар, благодать и так далее. Возможно. Здесь всегда кармические, временные трудности, это не временные трудности, это на самом деле пятерка пентаклей. Это когда пустота и тлен все равно. Ну, то есть вы чувствуете, что здесь пустота и тлен. Здесь много иллюзий, здесь много выборов, много иллюзий, и вроде бы как начали жить вместе, допустим, вам шанс дается, да? Еще раз. А, все поняла. Здесь мечта, все равно вы не оставляете свою мечту встретить своего партнера, например. Про свое предназначение. Вы будете мечтать о своем предназначении. Здесь и у мужчины, и у женщины все равно маяк. Вот мужчина идет к маяку, это его чаша Грааля, да? Это женщина, которую он будет любить просто до, ну, во всех воплощениях. Вот это близнецовые племена. И также она осознает то, что у нее есть какое-то предназначение, у нее есть... Она понимает, что у нее есть мужчина, и это не тот человек, который с ней рядом. Вот что. Да, в кармических отношениях всегда борьба интересов. Здесь любовь перевернута, туз кубков перевернулся. Здесь женщина холодная, отстраненная. Она в холодных мечевых энергиях. Здесь ее не греют. Здесь нету вот этого тотального душевного спокойствия, что ты в этом поле находишься просто рядом с ним. Кстати, у близнецовых пламен в основном притяжение даже в переписке, даже по голосу они там узнают вот это притяжение. Это включение ваших чакр всех. Вам то жарко, то холодно, и вы чувствуете на расстоянии друг друга, что происходит с человеком на расстоянии. Это также похожая ситуация, например, вас укусила пчела, а он это чувствует на расстоянии, причем, и он говорит о том, в какое место укусила пчела вас. Понимаете, он это ощущает просто на своей коже даже. Здесь про то, что... Здесь разрушение в основном. И это кармическая, знаете, как отработка. Вы понимаете, что либо это из прошлых жизней, либо это карма рода, либо это сценарий родительский. Вы из себя чувствуете вот таким ребенком, который стоит, и он в этих отношениях он чувствует, что корабль развалился, и он обескураженный, он стоит и не знает, что дальше. Здесь... Вера есть все равно. Вера в то, что... Знаете как? Они же на расстоянии чувствуют друг друга, близнецовые племена. И она может его чувствовать на расстоянии. Он и она, да. Еще раз, кармические партнеры. Это вот ваше прошлое. Это никаких перспектив. Перевернулись перспективы. Опасная ситуация. Пятерка мечей — это война. Это абьюз, это насилие. Насилие может быть разного толка. Особенно опасно насилие эмоциональное, когда вас юзают каждый день, и обесценивая. Вот это то же самое, это предательство. Меня спрашивают девчонки, если БПшечка меня, мой близнецовое пламя меня предает, могу я с ним остаться или мне его бросить? Девочки, близнецовое пламя не предает вас. У него есть... кристальный камертон внутри и тотальная правда. Какая бы она ни была, правда. Поэтому вас юзать никто не собирается, никто не будет изменять вам, тем более, если он мужчина, знаете, он может жить в холодных энергиях, быть циничным, таким, ну, там, по-легкому всегда, либо очень серьезный, никогда. Про чё любовь вообще никогда не слышал. Тут он встречает свое близнецовое пламя. Он становится другим сразу. Он ее узнает, он становится просто... Он смотрит на нее, он понимает, боже, как она хороша. И это
И это хороша, это не про то, что она внешне хороша, она внутри. То есть он ее узнает как энергию. Вот так. Сейчас, ребята. А здесь вот про БПшечку. Вот это вот опасная ситуация. Прошли карму свою, мордой об асфальт свою прошли. Здесь включается истина. Третий глаз при встрече с БП у вас. БПшечка, вот они, пожалуйста. Вот они из прошлых жизней встречаются постоянно. У них есть каждую жизнь встретиться в этом воплощении, но не каждый это понимает. Со своим БП, например, вот и... Ой, я знаю все воплощения практически, где мы встречались, вот, это очень клево. Ну, то есть ты это понимаешь, слушай, а ты вот в прошлом воплощении вот такая вот была ситуация, как вот ты сейчас поступишь, вот. Здесь, смотрите, здесь женщина и мужчина, и женщина, у них один процесс. Это наполнение энергии. Смотрите, энергетически какая она. Синие глаза тут просто, это фиолетовая метка, еще раз. Это, у нее, смотрите, из глаз это не слезы, это рыбы. Это, не знаю, как это сказать, это изобилие, блин, на русский переведи, Юля. Это изобилие. Ты чувствуешь изобилие, ты чувствуешь себя на таком высоком пьедестале, как будто ты пришел, и ты вот тут вознесение происходит, знаете, преисполнился, когда человек, ты вот так, вот. И в основном... Я сейчас трактую эту карту, как девушка неосознанно даже притягивает его к себе. Неосознанно. Она его зовет всегда. Потому что она-то знает про это. Мужчины могут до встречи с близнецовыми пламенами думать, что, ой, ну, одна жена, вторая жена, третья жена, а что? Сразу жениться, как бы, ну, нормально там. Вот. А ощущение того, что, слушай, чувак, у тебя есть, может быть, интересная более задача на этой планете, да, чем скакать по женам, да, и удовлетворять нужды своей мамочки, которая там... А ты не встретил ту самую. Вот это тоже интересный вопрос. Вот. Что еще? Давайте на этой колоде. Так, нет, я на этой хочу посмотреть. Теперь, итак, вы встретились со своим близнецом. Как это? Родственные души я не хочу рассматривать, потому что родственные души, вы встречали их все, вы знаете. Это ваши, как с этим человеком вам спокойно, хорошо поговорить, нормально, классно. Еще раз, близнецовые племена и лжеблизнецы – это люди разнополые, это... Не так сказала. Это не родственники, понимаете? Не может быть вашим близнецовым пламенем, например, ваш отец. Не может он быть так. Потому что это природа не так задумана. Близнецовое пламя – это всегда встреча мужчины и женщины. И это люди, которые из разных родов. Они встречаются для чего-то, для какой-то задачи. Вот. И у них основная миссия – это привнести в этот мир безусловную любовь. Еще больше любви дать этому миру. Я надеюсь, я вам как-то объяснила, ребят. Если что-то непонятно... Вот это ваши возлюбленные. Это ваш возлюбленный. Давайте вот эту карту я отложу. Это сразу возлюбленный. То есть и твоя душа его узнает. Она его узнает даже через тысячи ваших воплощений. В разных тоннелях мира. Вы можете быть разного статуса. Можете быть разного вероисповедания. Разных стран. Люди могут быть разные. Но когда они встречаются, нечто
родное и как зеркало вас отражающее в обоих партнерах. И это всегда про взаимность, еще раз повторю. Здесь не бывает убегающих, догоняющих. Если стадия убегания и в догонялке, когда вы играете, вы за ним, например, бегать начинаете, он за вами бегать начинает, там, по несколько лет, это сразу можно сказать, что это, ну, это карма, ребята. Сейчас опять для отработочки встретились. Да, вы друг от друга не можете отлепиться кармически, потому что там бешеное, еще раз повторю, сексуальное притяжение, привязка поначалу. Потом 3 года проходит, вам с этим человеком даже не о чем поговорить. То есть вы понимаете, что, ну, как с мебелью, я не знаю, как это объяснить. Либо как на военных действиях постоянно и беспрестанно, либо близнецовое пламя, еще раз. Вот они встретились, все, они слепились, у них притяжение друг к другу. Но это целостные личности оба. Это никогда. Вот мне девчонки прислали, я так ржала просто вчера. Прислали про этих неподходящих партнеров. Там чеснок, да, и это... Долька этого мандарина вставлена в чесночину, понимаете? Вот это вот смысл кармических отношений. Или, например, когда вы не вступаете в отношения, не надо подбирать с пола кого-то, не надо кого-то отряхивать, исцелять, кого-то там из грязи в князи. Нет. Это всегда целостные личности встречаются. Это когда оба уже счет познали, уже оба на высоких вибрациях. Вот тогда возможна встреча. А все остальное, это вот не нарассказывайте мне сказки Венского леса. Вот. Просто все хотят, знаете, как это, как электричество между вами. Электричество есть, но его не видно. Непонятно, что это такое, да? Так же и с близнецами. Близнецовое пламя – это электричество между вами. Мы электричество, там Рита Дакота пела. Вот она, например, тоже, просто пример вам из жизни. Человек вышел из отношений, да, там развелся, все, встретил, она встретила свое близнецовое пламя, своего партнера. Она была на еще таких вибрациях, то есть после развода тяжелейшего, после такого предательства там по всем фронтам. И она пообещала себе, океану, что я больше никогда не буду влюбляться, все, не надо, ну и нафиг эту любовь, вот. А потом она встречает своего, по-моему, Фёдор его зовут, вот. И все. И у нее сразу включенность, у нее песни пошли другие. Она стала альбомы записывать. Это у него попёрло в бизнесе, во всем. Ребят, если у вас не прёт, не пруха нигде, значит, это не ваш партнер. С близнецами всегда вот это идет энергетическое наполнение вас и включение каждой чакры, то есть до 7-й, да, и обратно. Вот это все включается между вами, вот эта вот космическая связь. Это бешеное притяжение друг к другу всегда, как магнитом. Вы магнититесь друг к другу. Магнетизм вот этот. Чувствование друг друга, ментальная связь, сильная очень. Ну, также, конечно, это и доброта. Доброта, честность, открытость. Открытые отношения, никогда тайные отношения. Вы хотите быть в тайных отношениях, например, да, в статусе любовницы или... Ну, мужчинам не так, вот женщины в основном, да, у нас это грешат эти. Вот она его встретила, она сразу бросила пить, курить. Она стала образ жизни вести здоровый, и он тоже. У них потому что эта энергия пошла, вот вся энергия, которую они впихивали там в какие-то привычки, в какую-то вот эту хтонь, это, знаете, как суета, суетология. Суета отпадает сразу. Я не знаю, смогла ли. Возлюбленный дар. Дар. Вы это поймете. Это дар. Здесь даже не поиск видений. Это видение ситуации, видение всех людей в жизни.
что эти люди вас вели именно к этой встрече, что через этих людей вас взращивали в вас ценность. Здесь про ценность, кстати, друг друга. Здесь не про то, что один другого пытается как-то прогнуть, юзать и так далее, вот это, что вот мы наблюдаем в кармических. Потому что в кармических очень много низких частот, поэтому там насилие, поэтому там крики, скандалы, поэтому там выяснение отношений. Здесь не надо выяснять отношения, здесь все и так понятно. Это как... Мне тоже прислали видео, там, старичок и бабушка, вот. Сколько вы вместе? 65 лет. А что вы любите друг в друге? И вот там дедушка начал отвечать, он говорит, я ей каждое утро говорю с добрым утром, я каждое утро ее благодарю за то, что это утро она как бы проводит с ним. 65 лет люди вместе, но здесь, кстати, могут быть и родственные души, да. У них хорошие, добрые отношения, у них открытые отношения, честные отношения, вот что. Здесь огонь. Здесь вас будет кидать в огненной энергии. Почему? Потому что у вас разгорается, даже температура тела будет повышаться, потому что там включенность идет. Ветер. Свобода. Здесь также крылья за спиной, вы почувствуете это, эту вибрацию. Здесь включенность энергии, еще раз. Две карты аж вышло. Знаете как? Здесь про то, что вам и днем, и ночью будет хорошо с этим человеком. А также держите в тайне. Не между собой, чтобы тайн было море, и вы разгадываете постоянно вот этот кроссворд, сканворд, блин. Почему он так сказал, почему так эдак он сказал, почему он там ко мне так повернулся, почему он там вдруг, внезапно там уехал, например, вам ничего не сказал. Такого не бывает у БПшечек. У них как-то все очень честно, гармонично и хорошо просто. Здесь хранитель земли вышел, хранитель земли и сова. То есть это мудрость, это заземленность, кстати. Это связь с землей и с небесами. Заклинатель дождя. Я же сказала, что в июле ты можешь снег вызвать. Вы как будто нашли место священное. Вот с этим человеком у вас будут открываться такие способности, как будто вы посетили место силы. Потому что тут начинает ваша энергетика работать, включаться на всех планах бытия. Вот что. Ребят, честно вам скажу, я вчера записала видео про близнецовые племена и вот это родственные души, вот это лже-близнецов. Но я его не выложила по одной простой причине. Я на это посмотрела все и поняла, что нет. Не смогла я вчера именно вам объяснить. Вот. А сегодня, я надеюсь, у меня получилось. Кто звал в полнолуние, я вам могу сказать, вчера было у нас полнолуние, кто транслировал во Вселенную, призывал или прописывал свои желания, или вы как будто, знаете, погрузились настолько глубоко. Полнолуние — это притяжение. Вас будет притягивать друг к другу. Вы уже, как маячок, ему дали сигнал. Он вас найдет. Он или она вас найдет. Вот что я вам могу сказать. Это точно. Кому-то еще нужно доочиститься, здесь стихия вода. Но также это про чувства. У вас будет включенность, вы сразу поймете, что у вас включились все чувства. Вы начали чувствовать, как Люси, не 10% мозга, а как будто у вас раз, 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 и 100% мозга начинает работать. Или 100%
по шкале 100% работают чувства. Потому что вы же в кармических отношениях обросли такой толстой кожей, чтобы не было так больно. Потому что там всегда больно и болюче. Там просто адище. Вот вы проходите свои уроки с этим человеком, это ад в основной своей массе. Вас протаскивает по материи с тем. Так, а вот это в каком контексте? А, жертва, но она должна быть, еще раз, жертва здесь и тишина. В тишине поймите, что вы можете предложить. Здесь не про кровавые еще раз жертвы, про то, что... Давайте я вот так эти книжки посмотрю, потому что 18. Что вы можете самого дорогого предложить, вот что. От чего отказаться можете? Потому что, например, вы встречаете свое близнецовое пламя, а вы замужем. А у вас трое детей, например. Ну, к примеру. Как вы поступите? А он, например, свободен, и он вас зовет замуж. Как вы поступите? Я не знаю, как вы поступите. Многие откажутся, многие скажут, да нет, мне комфортнее вот с этим. Я с ним 50 лет прожила в несчастье. Ну и ладно. Ну и ладно. Это отношения ваших родителей, еще раз, в основной своей массе. Посмотрите на отношения ваших родителей, как у них были отношения. Если там были разводы, расходы, если или они 50 лет вместе, но это только цифра, 50 лет мы вместе. Гордись тем, что мы такие молодцы, мы 50 лет вместе. А как эти 50 лет прожили? Какие там были скандалы? Какое было вообще низкочастотка вот эта вот вся? И в чем варились дети их, это никого не касается, как будто бы. Вот. Принести что-то в жертву означает осветить это, сделать священным. Пожертвование – это то, что вы отдаете из чистосердечной благодарности. Пожертвование. Знаете как? Карта жертвы просит вас отдать духу то, чем вы больше всего дорожите. И жизнь будет щедра к вам. То есть она вам воздастся. Воздастся, да? Ваша жертва будет освящена, вернется к вам в десятикратном размере. Есть ли кто-то или что-то, без чего вы не сможете жить? Пришло время верить это духу, и тогда все будет развиваться по его воле. Ну, здесь интересное, конечно, кино про жертву. Никто вас не просит отдавать последние труселя, там, знаете, и... Но это должно быть что-то дорогое. Это как благодарность Вселенной. Вот что, благодарность. Я не знаю, может быть, это сумма какая-то денежная, может быть, это помощь там, приюту, например, там, собачьему, там, кошачьему, там, для животных, для детей. Помогите детям, которые больные, да. Здесь про это, здесь про жертву идет. Сейчас. А вот можно вот это в контексте близнецовых пламен? А, ну все понятно. Здесь колесо исцеления и собирание плодов, как будто. Это прям настолько плодородная для вас будет встреча во всех аспектах. Она как будто все ваши точки энергетические включит. Вот что. И здесь включится колесо исцеления. Это когда вы поймете, вот она, встреча. Больше не нужно искать. Здесь останавливаются любые поиски. И здесь про то, что вам нужно чем-то пожертвовать, благодарность какая-то должна у вас быть, когда вы встретите свое близнецовое пламя. Если вы его встретите, если вы просили у Творца, у Вселенной встречу, она состоится, и эта встреча будет для вас даром. И вы отдать должны что-то в дар Вселенной. В благодарность, чтобы у вас не отняли это, понимаете как? Птица-ворон. Еще раз. Сигнификатор ворон.
вы, может быть, будете видеть этих птиц чаще, часто. Это мудрость, это соединение со всеми мирами, кстати, ворон. Так интересно про ворона. Только ворон нападает на орла, кстати. Только ворон. А орел, у него тоже своя тактика. На него никто не может напасть, на орла, в принципе, да, потому что это самый большой хищник, хищная птица, да, которая летает очень высоко. Но здесь про то, что здесь ворон будет встречаться вам, эта птица, так. Но это будет встреча как молния. Еще раз, фиолетовое пламя. Фиолетовая метка – это когда… Поэтому, чтобы встретить свое близнецовое пламя, медитируйте, практикуйте, делайте какие-то духовное пробуждение у вас должно быть. Вы должны вибрировать на высоких частотах, но не отлетать совершенно. Если вы будете сидеть часами медитировать, вы не встретите его в своей комнате, да? Нужно выходить в социум, в люди, нужно выходить из своей скорлупы многолетней, допустим. Ну, после особенно отношений кармических, там уже хочется уже все, покоя хочется, да? Здесь про то, что это для вас будет молния. То есть внезапно, и как это пронзит вас энергетически, вы сразу почувствуете это электричество в себе. И еще раз, здесь про фиолетовое пламя. Здесь видите карты, какие пошли. Да, это после периода грозы. Здесь, кстати, гроза, я раньше этого не замечала. Здесь гроза в виде быков, которые прошли. Гроза – это всегда хаос. Это когда дождь и земля, и это все смешивается, как будто пыль поднимается, гроза, да, когда… А потом вы выходите, ну, то есть в чистоту, да, чистота после грозы обычно. Так, я… Знаете, я всегда хочу не затягивать расклад, чтобы, ну, тоже не у каждого найдется просто… Столько времени, вот, но, ребят, ничего не могу поделать, говорильня, это мое второе имя, говорильня, говорю, кто-то там говорит мне о том, что ваши практики, господи, это какие-то люди, которые, вам лучше заткнуться, правда, сразу, из канала уйти, те люди, которые говорят мне о том, что ваши практики, это только… пересказ фильмов и пересказ мультфильмов или пересказ там… Это пример того, что в книгах, в фильмах заложена эта мудрость. Поэтому я не удивляюсь тому, что мои люди, мои звездные души, они мне потом присылают скриншот там того, что они, например, видели. И в этом же раскладе я об этом же говорю. Например, про Дюну. Мне девочка скидывает, а я, говорит, встретила эту Дюну, а я пересмотрела Дюну вот недавно. Понимаете это? Что у вас резонанс идет, у вас синхронизация идет. Кстати, синхрон — это тоже часть того… сигнификатор того, что вы на правильном пути. Это знак того, что вы на правильном пути. Синхронизация. Синхронизация — ответ из ноосферы мгновенно, из другого вообще мира, как будто человек вам пишет, например, он может на расстоянии быть, и вдруг он вам присылает там те же картинки, например, о чем вы говорили в раскладе. Вот. Если про жизнь, это в близнецовых пламенах вы будете постоянно в синхроне находиться, синхронизация ваших мыслей даже. Вы начинаете предложение, он заканчивает предложение. Это так потрясающе. Супер. Это когда люди врастают друг в друга, врастают, корнями врастают. Но прежде чем встретиться, они должны оба быть чистыми, отшелушенными и уже вибрировать по большей своей части на высоких частотах.
Да, возможно, конечно, встреча, когда вы и туда, и сюда ходите, то есть по частотам я имею в виду, то есть вы все равно проваливаетесь в злость, в какие-то эмоции, там, ругаетесь там с тетками в магазине, ну, к примеру, вот. Но при встрече вы уже сразу понимаете, что вам только наверх, только туда, вот. Я еще раз повторю. Мои слова многие, я не знаю, слышат, и я не знаю, каким местом. Если вы людям, ну, обычный человек, например, вам встречается, и он ниже вам по статусу, по рангу, и вы это понимаете, ну, там, по интеллектуальному развитию, по духовному, по тому, где он работает, чем он занимается и так далее и тому подобное, но вы снобистски к нему относитесь или как к ширпотребу. Ребята, вас просто так мордой об асфальт вообще приложит жизнь, что вы будете в этой же позиции выпрашивать просто у других людей милостыню или того, чтобы вам что-то дали там, чтобы вы вылезли из этой жопы, потому что самоутверждаться за счет слабых, за счет тех людей, которые, например, ну, у них такие уроки жизни. Вам ничего не стоит просто сказать им здравствуйте, ничего не стоит. Хоть вы в шубах, там, в пальто, я не знаю, в дорогущем, там, сумка, Дольче Габбана, там, вот она проходит, и нет. Ребята, вот это самый главный индикатор того, что вы уже на правильном духовном пути, когда вы всех людей воспринимаете как души, на равных. Понимаете как? То есть вот это социальные роли, это одно, но вы видите душу человека, вот это совсем другое. Вот. Это вот, знаете, потрясающие дети, они никогда, они пока маленькие, они чисты душой. И они воспринимают каждого человека, который им встретился, как вот как душу, да? И, например, я не знаю, я просто сегодня столкнулась с этим, меня так это порадовало. Вот дворник, ну, подметает двор. Он угрюмый такой, уже пожилой человек, угрюмый такой, все вот. Вот, и моя дочь говорит ему: «Здравствуйте». Это так было потрясающе. И он расцвел. И он такой, он вот реально, он вот так вот мел, она ему: «Здравствуйте». Он говорит: «Здравствуйте». И он говорит ей вслед: «Какая хорошая». Понимаете? Это вот теплая просто улыбка человека. Меня так это порадовало. Это, я не знаю, это такой вот, ну, прям дар. Охотник. Он вас уже ищет. Ваше близнецовое пламя вас уже ищет. И он вас укротит. Здесь, знаете как? Шаман-мистик, то есть это человек, который познал уже... Он прошел как бы и нижний мир, может, и средний мир, и верхний мир. И этот человек подружил в себе все стихии. Вот про это. Укрощение ветра. Девочки, вам обеспечено укрощение вас, укрощение строптивой. Властелин времени. Вы будете чувствовать с ним, как будто время останавливается. Либо время сжимается, либо время мгновенно ускоряется. Как будто, знаете, вот с ним, со своим близнецом, вы почувствуете вот это поле ваше, магнетичное поле, оно будет вибрировать между вами. Вы просто посмотрите друг другу в глаза, и ощущение того, что все времена сошлись вот в этой точке, все времена абсолютно, все мерности сошлись в этой точке, что вас собрало, как будто ваша точка сборки двигалась, она хаотично обычно двигается, либо хаотично она двигается тогда, когда вы начинаете пробуждаться. Сначала она застопорена в одном месте, и она никак не движется, потому что вы вот в таком тоннеле находитесь. Здесь шоры, здесь закрытые абсолютно глаза, и
догмы, правила, установки, сценарии и так далее и тому подобное. Вы в этой точке находитесь, да? Встречаете? Нет, сначала пробуждение происходит, когда начинает хаотично она двигаться, это точка сборки, поэтому я вам и говорю, вас колбасит в разные стороны, потому что у вас точка сборки начала смещаться. И это правильно. Когда вы встречаете свое близнецовое пламя, вы, во-первых, над его левым плечом вы увидите эту точку, свою иную часть. Свою иную часть. Вы его узнаете по вибрациям, по его энергетическому полю. Вы сразу почувствуете это поле, и вам захочется быть в этом поле, соприкасаться с ним в этом поле энергиями прежде всего, не телами, энергиями, а потом уже тело, да, включается. И вот здесь вот как раз время останавливается. Время и все мерности сошлись в этой точке встречи, да. И завершение. Ураборос. Вот я и говорю, что это такое. Магия, завершение. Вы понимаете, что столько времени я искала или искал тебя подсознательно, неосознанно искал, но я нашел тебя, а ты нашла меня. Еще, ребята, еще раз вам скажу, это всегда про взаимность. Там не бывает того, что мужчина там млеет от женщины, он хочет ее там во всех, я не знаю, там, а она ему не отвечает взаимностью, но он все равно продолжает думать о том, что он то самое, что он, что она его там, ну, как бы для него, его душа, там он ее искал всю жизнь. Нет, здесь взаимность. Вы оба чувствуете, что это взаимно. И это ураборос. Все. Змея свой собственный хвост поймала, все, закольцовка, вот она точка, смотрите, все стороны света задействованы, да, это та самая точка, и вы ее ни с чем не спутаете. Все, мои дорогие, я надеюсь, я вам объяснила как-то. Пишите, комментируйте, ставьте лайки, не забывайте про энергообмен, вот. Балуйте Юлечку донатиками. Все, спасибо большое. Всем пока-пока.